привет всем. Передаю привет из солнечной Мордовии, города Саранска. Но так как у нас не совсем солнечно на улице, ну ладно. Вот только что получил посылочку долгожданную. Нож. Вот. Сейчас открывать буду, все покажу, расскажу, как все и что. Итак, друзья, ну вот распаковал я посылочку. Вот такой вот замечательный нож мне прислали. Нож называется Волк. Сталь 65Х13. Нож очень хорошего качества. В руке лежит четко. Очень понравился мне. Спасибо продавцу. Продавец помимо ножа отправил вот такой вот подарочек, за что ему отдельно спасибо. С ножом идет паспорт. Все как положено. Ножны такие вот замечательные. Что хочу сказать про продавца. Продавец человек очень ответственный. Приятно с ним иметь дело. На вопросы отвечал слаженно, грамотно, за что ему спасибо. Дай Бог здоровья ему, успехов в его работе. Вот. Буквально я нож заказал в воскресенье вечером. Понедельник утром он его отправил. Предоставил полный видеоотчет. Вот. Покупкой доволен. Так что, если хотите приобрести замечательный нож у данного продавца, у него очень большой выбор ножей. Все покажет, все расскажет. Продавца однозначно рекомендую на 100%. Вот. Замечательный нож. Прямо очень понравился. Долго выбирал, но остановился почему-то именно на этом. Посмотрите, как он лежит в руке. Четко. Четко. Вот. Ну все, всем спасибо. До свидания.